Привет, друзья! Меня зовут Андрей Паук, и мне не все равно, что происходит у нас в районе. 3 августа в ОАО «Моисеевка» бастовали рабочие. Они были против новоназначенного начальника. Это уникальный случай для Октябрьщины, и я хочу, чтобы различного рода СМИ, зависимые, независимые, блогеры опубликовали эту новость на своих порталах. В описании к этому видео будет ссылка на Google Диск. Там вы сможете скачать материал, который мне удалось достать. За свою работу мне ничего не нужно. Спасибо, что следите за новостями Рудобельщины. До встречи!